Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и это у нас вторая часть продолжения заказа с сайта Леврана, и здесь будут продукты для здоровья, красоты и всякие полезности. Первый продукт, который хочу вам показать, это Ginger Shot. Что это такое? Сейчас расскажу. Это напиток безалкогольный, растительный, витаминизированный, с куркумой. Я заказала именно с куркумой. Там различные есть составы для различных как бы проблем, так скажем, у кого проблемы с желудком, у кого там с сердцем, у кого еще с чем-то. Ну, в общем, огромный выбор и доступная цена. Здесь куркума, имбирь и алоэ. Натуральная поддержка для правильного пищеварения способствует восстановлению нормальной микрофлоры. Природный антибиотик куркумин хорошо очищает печень и кровь, снижает холестерин, а также снижает тягу к сладкому и жирному. Напиток обладает укрепляющим, тонизирующим действием. Состав и все сейчас покажу вам. Здесь срок годности 6 месяцев всего, но если мы открыли флакончик, то храним его в холодильнике не более 24 часов. Я специально оставила вам небольшое количество этой жидкости, чтобы показать. Когда пьете, чувствуете имбирь, и по запаху тоже он прям бросается в нос. Цвет куркумы, знаете, такой оранжевый, подкрашенный, да? И немножко обжигает, когда вы его проглатываете. Мы пили вместе с мужем, и что хочу сказать, что нормализует пищеварение однозначно. Если пропивать курсом, да, нужно почитать, насколько это возможно. Когда в следующий раз буду заказывать, обязательно почитаю. То, что уменьшает тягу к сладкому жирному, не могу сказать, но как-то вот аппетит поумерился в этот день, когда мы пили вот этот продукт, и на следующий тоже. Вот так выглядит бутылочка. И вот свойства и состав. Сок алоэ вера, экстракт куркумы, экстракт имбиря, сорбиновая кислота. Пищевая ценность и вся полезная информация. Вот так он выглядит в бутылочке. Он такой оранжевый, подкрашенный. Следующие два продукта я взяла, чтобы заправлять салатики. Первый, мне что понравилось вообще безумно, и я знала, что точно возьму. Это органическое оливковое масло. Первый, по-моему, отжим у нас с распылителем. То есть на оливковом масле мы не жарим, да, мы знаем об этом, но для заправки салатов и для применения, там, приготовления чего-нибудь, распылитель оливкового масла, он потрясающе удобен. Именно из-за этого я и взяла этот продукт. Состав тоже вам все покажу. Это потрясающее оливковое масло, которое тоже довольно бюджетно за 200 мл стоит. И второй продукт – это пряное масло травы Прованса. Вот так он выглядит. Я вам оставила специальную этикеточку, хотя уже открывала. Тут все запечатано приходит. Мы снимаем и можем пользоваться. Здесь, ну, удобный достаточно тоже дозатор, да, как бывает у некоторых сывороток. Здесь майоран, тимьян, розмарин. Смотрите, сколько здесь трав. Вот если мы взболтаем, они у нас все всплывают. И то с трудом, потому что это масляная основа. Это соус на основе растительных масел, травы Прованса. Состав: органическое масло, майоран, тимьян, розмарин. Все. Масло только подсолнечное или какое? А это оливковое. В основе здесь тоже оливковое масло экстра вержен. Насыщенное, густое, но действительно густое. Знаете, пахнет потрясающе. Я вообще люблю разные травки. Я уже пробовала заправлять салат этим маслом. И розмарин люблю. Можно, мне кажется, даже потом, после приготовления мяса, да, или рыбу вот слегка сбрызгивать тоже вот этим продуктом. Классно. Я вообще люблю вот такие вот заправочки масляные с натуральными травками. Вот оливковое масло. Дозатор, кстати, классно распыляет прям вот по чуть-чуть. Кислотность не более 0,2. Витамин Е, витамин К, фосфолипиды. Состав 100% органическое оливковое масло первого холодного отжима, что очень важно. И свойства. На запеченную рыбку, да, вот мне очень нравится именно вот этот вот продукт сбрызгивать вот этим. Это пряное масло, тоже на основе оливкового. Соусы, да, делать вообще потрясающе. Блюдо из овощей, блюдо из грибов. Свойства. Как можно применять. И состав. Цена
наибюджетнейший просто для продуктов на основе оливкового масла. Это чисто оливковое масло первого отжима. Поэтому я, скорее всего, обязательно еще себе закажу, когда кончится. Может быть, закажу даже своим родным и близким. Ссылочки на все продукты и на сам сайт я ставлю вам под видео. Посылка приходит довольно быстро, как бы все грамотно. И еще два интересных продукта. Это органический порошок Ацеролы. Они приходят в пакетиках таких, да, с клапаном. И второй – это органический порошок гуараны. Гуарана, насколько мы знаем, это у нас природный энергетик. Его даже добавляют в различные энергетики, да, из масс-маркетов. Это у нас на 15%, в 15 раз, девчонки, в 15 раз больше кофеина, чем в кофе. 100% органический состав, без ГМО, природный энергетик, стимулятор, помогает снижению веса, снимает сонливость, повышает выносливость, тонизирует, стимулирует физическую активность. Взяла именно этот продукт, выбрала почему-то много разных порошков тоже для решения различных проблем, да, в том числе и со здоровьем. Потому что вот сейчас вот этот период после новогодних праздников, да, там февраль, март, постоянно вот какое-то есть чувство недосыпания, сколько не спи, сумрак вот этот вот за окном. И, ну, двигательная активность практически на нуле. Поэтому именно этот продукт мне захотелось попробовать. Здесь 70 грамм. А, гуарана у нас отличается высоким содержанием кофеина, тонизирует сильнее кофе. Да, я с утра ем кашу с овсянкой и туда сыплю ложечку вот этого вот продукта. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Все с вами почитаем. Мне понравилось. Действительно, энергия прет, и как-то хочется все делать, и чувствуешь себя замечательно. И сколько дней вот я уже принимаю, да, я высыпаюсь за более короткий промежуток времени, поэтому почему бы и да. И второй продукт – это органический порошок Ацеролы. Я его еще не открывала. Здесь у нас витамин А, С, кальций, железо, натрий. Я хочу отдать этот порошок маме, потому что он укрепляет иммунитет, укрепляет стенки сосудов, активирует выработку коллагена, борется с бессонницей и стрессом. У меня как бы таких проблем нет, поэтому я отдам ей. Ацеролла – это у нас тропическое дерево с сочными плодами, с высоким содержанием витамина С. В съедобной части плода его в 100 раз больше, чем в апельсине. А витамин С, насколько, ну, я как медик, да, знаю, он действительно укрепляет очень хорошо стенки сосудов. Так, еще здесь спектр антоцианов, который поглощает свободный радикал. Вот, мне кажется, да, для мамы он будет идеальным. И состав органический порошок противопоказан страдающим язвенной болезнью желудка, гастритом, беременным и кормящим женщинам. Вот как бы и все. Мне кажется, он тоже такого, не пойму, какого цвета, Так, красноватого. вот порошок Ацеролы. Свойства, показания, противопоказания, состав. Состав просто органический порошок, да? И больше ничего. И вот здесь полупрозрачная такая задняя стеночка, да? Можно посмотреть, сколько здесь порошка. А вот тот, который я пью сейчас. Это гуарана. Информация. Состав. Можете нажать на паузу и почитать. И вот как он сам выглядит. Он такой, знаете, оранжевый, что ли, цветом. На камере как коричневый, а так он, ну, он такого цвета, как пачка, в принципе, вот да. Вот такого цвета. Вот такой заказ, девчонки, у меня был различных полезностей. Я крайне довольна тем, что получила. Вообще потрясающие продукты. Вот этот энергетик просто как нельзя вовремя. Супер. Там много, кстати, продуктов есть и для деток, и по уходу, всякие мыло, умывашки, средства для волос, для ванны с нуля. С нуля. Они все натуральные. У кого вот есть проблемы, что у деток аллергия, да, они аллергичны. В прошлом заказе я вам показывала средства для стирки, которые тоже с нуля подходят, да, полностью выполаскиваются. Поэтому
Советую вам заглянуть на этот сайт, обязательно для себя найдете что-то интересное. Там огромный выбор продукции и для здоровья, и для ухода. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такой заказ полезности у меня был с сайта Леврана. Если видео было вам интересно и полезно, обязательно ставьте лайк. Все полезные ссылочки я оставлю в инфобоксе. Проходите. А я с вами прощаюсь. До следующих видео. Пока-пока.